Привет, друзья! Сегодня вкусные ребрышки. Ребра нарезаем на порционные кусочки. Обжариваем с двух сторон до румяности. Пиво. Горчица. Чеснок. Мед. Соус барбекю. Соевый соус. Черный перец. Перемешиваем. Заливаем соусом. На небольшом огне 1 час. На этом все. Очень вкусно и просто. Обязательно попробуйте. Пишите комментарии. Делитесь. Всем мира, добра, удачи.